Так, ну что ж, ребят, всем привет, меня зовут DasaifNick13, и сегодня уже второе видео, получается, о моих вот этих вот самых лучших днях в январе. Это не второй день, а какой-то из дней, не буду вам показывать каждый, потому что не все они интересны, не каждый день насыщены, но я попытаюсь в данном видео собрать все крутые плюшки, которые я вообще делал за все это время, и надеюсь, что вам это понравится. Так что давайте не будем затягивать и быстренько перейдем к этому. Но, честно скажу вам, дни все равно насыщенные. Были парочку таких скучноватых, поэтому вот их мы точно пропустим. А те, которые были суперинтересные, увидите именно сейчас. Так, ребят, ну что ж, уже второй день. Сейчас быстренько покажу такие кадры с не очень такими делами интересными. Поэтому не будем на них зацикливаться. После того, как я их все сделаю, я сяду монтировать ролик. И после покажу, что я буду делать дальше. Вот это уже будет намного интереснее. Буду монтировать ролик, как раз который вы сейчас смотрите. Не знаю, будет это в первой части или во второй, но, в общем, монтировать я начинаю только сейчас. Не знаю, посмотрим, что получится. Если честно, ожидания большие. Надеюсь, что все будет четенько. Блин, ребят, я, короче, лег в обед. Из-за того, что реально режим максимально был сбит, и все так, ну, знаете, печально было до этого. Я вообще не в оптимальной форме подхожу к этому 21 дню. Я вырубился сейчас часа на 4. Просто все провтыкал. Типа, это провал. Сейчас попытаюсь за оставшееся время быстренько что-нибудь наверстать и лечь вовремя сегодня и встать завтра тоже нормально. И уже нормальный день провести, ёб-моё, блин. Так, сегодня из спортивного я решил на коньки сходить. На каток сходить, короче, покататься. Кружков 700 там навернуть. Думаю, нормально будет. Вот, надеюсь, то, что сил хватит. Ну, хотя я поспал сейчас 4 часа, я думаю, в момент сейчас, бам, бензин начнет сжигаться и просто... В общем, все-таки решил пойти на каток. Погода летная. Вот на таких вот педальках мы сегодня чапаем. Шортики не должны быть завязаны. Это вайб сильных, крутых людей. Так, ну уже на катке. Кайфую тут, дикий лоем. Довольно-таки прикольно, на самом деле. Давно не катался на обычном катке. В общем, кругов 700 уже накрутил. Вон, голова вся мокрая. Надо будет идти мыться дома. Но это того стоило, реально. На каток давно не ходил, тем более открытый. Где просто можно такого шороха навести. Дэм. Так, ну а потом я на катке встретил своих подписчиц. И они были очень похожи на девочек из сериала, который я недавно смотрел с Головачом, со своим другом. Сейчас покажу быстренько. Так, ну а сейчас я пришел уже после катка, помылся. И направляюсь в кафешку, где я наконец-то нормально поем за целый день. И, блин, нельзя это запить лимонадом. Это провал. Придется пить воду, что поделать. Фух, ладно, сил мне. Это только второй день, и он уже потихоньку заканчивается. Слава Богу. Так, ну что ж, моя любимая еда — вода. Челлендж продолжается. Сегодня боржоми бахнем. Не люблю минералки, но, в принципе, надо чем-то хотя бы их, блин, менять. Я не знаю, он ли воду пить, это вообще невозможно. Поэтому попробуем сегодня вот так. Но она вроде вкусная, не знаю. Посмотрим. Еду покажу чуть позже. Так, ну а после того, как я уже, получается, пришел с кафе, я запустил с ребятами стрим. Мы, собственно говоря, поиграли с кайфом в CS. Покажу вам небольшие кадры с игры. Не буду на них зацикливаться, потому что весь игровой, как бы, геймплей вы можете увидеть и так на Ютубе, и на Твиче. В данном видео все-таки я чуть не об этом говорю. Поэтому такие коротенькие кадры покажу.
общем, сейчас уже не первый день идет, и наш челлендж продолжается. Я пока держусь, получается, стараюсь сделать все то, что я планировал. И уже потихонечку в привычку входит все то, что я делаю. Надеюсь, то, что так будет продолжаться не именно этот 21 день, а всю мою оставшуюся жизнь. Сложно, конечно, это будет сделать, но все же надо стараться, пытаться для того, чтобы чувствовать себя лучше и лучше с каждым днем. Поэтому подключайтесь ко мне, делайте так же, как и я, и, возможно, ваша жизнь кардинально изменится так же, как она потихонечку меняется у меня. Спасибо, то, что вы посмотрели этот ролик. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь и ждите третьей части про 21 день. Она будет более насыщенная, так как произошло более интересных вещей. Это маленький спойлер я вам вкину для того, чтобы вы подписались и поставили колокольчик на уведомления на моем канале. Так что, ребят, с вами был Досайфник13. Ждите новых видео.